Всем привет, зовут меня Алексей. Я предполагаю, что многие слышали о том, что очень страшная вещь. Что очень страшная вещь — пластиковые бутылки, что они где-то там лежат по всей планете, в океане, там очень страшное дело. Мне вот очень интересно узнать, когда мы выкидываем пластиковую бутылку в обычный мусорный контейнер, который стоит у нас во дворе, или, может быть, специальный контейнер для пластика, а может быть, просто кидаем ее в урну или просто кидаем на улицу, что происходит с ней дальше? Какой у нее путь движения? Попадает ли она на специальный завод, перерабатывающий пластик, или она где-то куда-то попадает так, чтобы потом оказаться в океане? Суть моей идеи — это некий датчик, я даже не знаю, как это себе представить, я не очень в этом разбираюсь, который, может быть, вот мне нужны те самые парни, которые в этом разбираются, которые можно положить под крышку или просто бутылку и кинуть в нескольких местах несколько разных бутылок и посмотреть, как идет уборка мусора городскими властями, и отследить движение бутылок на протяжении хоть какого-то периода времени. То есть здесь идея связана на неком датчике, да, который мы размещаем под бутылку, и контролируем власть, что она работает. Я не знаю, я в этом не очень разбираюсь, мне нужны специальные умные парни, кто могут помочь мне это сделать. Я могу, я участвую в технической экспертизе. Ты уже в трех правилах? У меня чистый листок бумаги. Это классно тоже. Итак, это миграция, это тема миграция. Что вы потом... Обязательно пластик? Ты хочешь? Миграция мусора, по сути, да. Обязательно мусор. Нет, смотрите, отличный вопрос, потому что в разных городах могут по-разному работать городские власти, коммунальные, убирающие город. Да, блин, тут же тема в том, что работает ли мусор. Первый вопрос — отследить, как работает городская власть. Она должна убирать мусор адекватно. Мы, в общем-то, платим деньги за то, чтобы они убирали и перерабатывали мусор. Если я кидаю в обычную урну в городе бутылку, но она оказывается в воде, в реке, для меня это сигнал, что городская власть плохо работает, и я могу уже как-то начинать ей рассказывать, что это неправильно. В каждом конкретном городе. Это применимо и к другим аспектам. И к другим. Это не только для мусора, это много для чего. Отлично, супер. Как такси ездят, как еще? Как наркотики. Ну это уже есть. Ну все. Следующий, кто в этом ряду.